Добрый день. Сегодня у нас в гостях Владимир Ильич Шигин. Человек более чем знаменательный, известный. Писатель-маринист. Капитан первого ранга в запасе. Коренной севастополец. Поэтому и тема нашего сегодняшнего разговора – это Севастополь. Город-легенда, город-герой. Владимир Ильич, вам слово. Ну, наверное, как сказать, нет такого человека у нас в стране, да и, наверное, не только в стране, кто бы не знал Севастополь, город, который стал олицетворением, значит, мужества, героизма для России. Причем неоднократно уже, ну, скажем, за последние там века, да, он трижды становился вот таким вот символом жертвенности, символом возрождения именно национального нашего духа. Я считаю, что это, в общем-то, не случайно, потому что вот это особое свойство вот этой севастопольской земли, это необыкновенная аура вот севастопольской земли, она была замечена еще очень давно древними греками. Вот, и недаром вот этот даже полуостров, на котором размещен Севастополь, небольшой полуостров, он еще древними греками был назван Гераклейским, то есть в честь Геракла, в честь главного героя античного мира. И сколько бы ни менялись, ну, скажем так, даже население города, вначале он назывался, значит, Херсонес, потом его, значит, именовали даже где-то в Средневековье Херсоном, вот, затем Севастополь, вот эта аура, она, в общем-то, существовала. И я вообще считаю, что не было двух различных городов, не было отдельно Херсонеса и не было отдельно Севастополя. Это был единый город, значит, с единой душой, скажем, с общим сердцем. Но вот я когда вот работал над своими книгами вот по Севастополю, в частности, вот «Севастополь – город русской славы», был у меня такой достаточно сложный момент. То есть все-таки вот героизм, он должен передаваться, вот как и, скажем, посвящение в таинство от живого человека к живому человеку, да. Вот. А Херсонес классический, он пришел в упадок уже где-то в 14-15 веке, вот практически там ничего уже не было. А Севастополь, он, как сказать, сегодняшний был официально основан в 1783 году, и получалась вот такая лакуна, которую, ну, скажем, как ее, значит, вроде как, кстати, связь прервалась. И я был очень как счастлив, когда нашел в воспоминаниях одного из первых путешественников по Крыму, где он упоминает, что он прибыл в 1780 году на место будущего Севастополя, на развалины Херсонеса, и вот в районе мыса Фиолент, на развалинах, опять же, Георгиевского монастыря, он нашел последнего херсонесита, это был 90-летний такой, значит, монах, Калинник, последний грек, последний херсонесит, вот, который стал первым севастопольцем. То есть вот на судьбе, на жизни одного человека все-таки вот этот дух старого города, он был привнесен, значит, новому Севастополю. Причем Калинник тоже с греческого переводится достаточно, скажем так, как сказать, знаменательно, да? Это победитель. То есть вот последний херсонесит, победитель, стал первым севастопольцем. Передал эстафету. Да, передал эстафету, и буквально через 3 года он и умер там. Вот. Ну, вот свою вот эту миссию свою он выполнил. Да. Вот. Существует еще тоже вот очень любопытное, почему Севастополь назвали Севастополем. Легенда, да, о том, что Екатерина якобы хотела назвать его Херсоном, вот, но гонцы, значит, курьеры, перепутали пакеты, ну, это, конечно, легенда, все было не так. Можно отдать должное, конечно, Екатерине Великой, основательнице Севастополя, которая, вот, как сказать, предугадала будущую судьбу города и назвала его Севастополем. Значит, что любопытно, вот в трактовке названия Севастополя существует масса всевозможных объяснений, причем ни одно из них не соответствует действительности, как ни странно. То есть переводят как, значит, там, великий город, город, достойный поклонения и так далее. Хотя есть единственный перевод, Севастос с греческий – это священный, и полис – город. То есть дословный перевод – священный город.
То есть вот я считаю, что, в общем-то, по многим показателям сегодняшний Севастополь – священный город, и потому что там, значит, как сказать, зародилось наше православие, и немало, как сказать, православных святых там были, интересные там события с этим связаны. Значение Севастополя для России, прежде всего, в том, что вот на протяжении уже 18, 19, 20 и уже 21 века он является нашей главной южной крепостью, главным форпостом, который, в общем-то, обеспечивает прикрытие наших южных границ и защиту наших интересов в южном направлении. Владимир Владимирович, вот интересная очень история о том, что Херсонес, Севастополь, преемственность, вот это прекрасно. А вот Севастополь, ведь он известен всем как город воинской доблести, город воинской славы России. Здесь ведь нередко вершились судьбы государства, судьбы, можно сказать, народа российского. Вот этот момент, как вы на него смотрите, что вам интересно? Совершенно верно, потому что, значит, во-первых, во время Крымской войны именно Севастополь стал таким вот камнем преткновения, ну, скажем, для всей Европы. То есть мы воевали не только с Англией, не только с Францией, фактически это были объединенные европейская коалиция, это обходили, значит, итальянцы, сардинцы и турки. Вот. И в течение года вот, Севастополь, ну, конечно, при помощи всей России, вот, он стоял против всей Европы и выстоял. Да? Если так уже говорить формально, то до конца Севастополь так англичане с французами не взяли. Они взяли южную сторону, конечно, большую часть города, но войска отошли на северную сторону нашей, и дальше они не рискнули, они настолько умылись кровью, что на этом и война закончилась. То есть они уже все были полностью обессилены. Да? Вот. И те, как сказать, образцы, ну, скажем, мужества, которые вот проявили, значит, моряки, солдаты, офицеры, значит, при обороне первой, да, вот, приводится очень интересный такой случай, когда главнокомандующий Крымской армии Горчаков посетил 4-й бастион и, увидев солдат, ну, как тогда говорили, значит, братцы, как вы тут, вот, как, типа, как ваши дела, как начальники говорят. Ну, что ему сказали, что, говорит, ну, на 2 дня нас тут хватит пока, а потом другие подойдут. То есть люди фактически вот свою жизнь мерили вот этими днями пребывания на бастионах. Вот, и потери, конечно, были огромные, и сменяемость была, но вот этот дух, который, значит, был заложен с первых дней обороны Корниловым, Нахимовым, Истоминым, он, в общем-то, продолжался до последних дней обороны, несмотря на их смерть. На самом деле Великая Отечественная война началась именно с Севастополя, который бомбили не в 4 утра, как в песне поется, там, а в 3 часа 15 минут. Была попытка заминировать вход в Северную бухту, потому что немцы очень боялись, что корабли Черноморского флота из Севастополя подойдут к Румынии и расстреляют нефтяные, значит, хранилища в Констанце. Вот. Поэтому была вот эта попытка закупорки Севастопольской бухты проведена. Но ряд мин упал, значит, на берег, были разрушения и были первые погибшие. Погибло 3 женщины. Значит, это бабушка, дочка и внучка. Маленькая девочка Соколова, известна даже их фамилия, они похоронены на кладбище Коммунара. Вот это вот первые жертвы Великой Отечественной войны, которые еще, значит, погибли до ее финального начала. И тоже вот знаменательно освободили Севастополь не в какой-нибудь другой день, освободили его 9 мая 1944 года, то есть день в день за год до нашей Великой Победы. Чтобы остановить немцев, надо было выиграть хотя бы день-два. Вот, войск в Севастополе не было. И тогда туда вот на передовую отправили курсантов военно-морского училища, там, береговой обороны Милинского комсомола в Севастополе. Вот они, значит, ребята, 17-летние, первый, второй курс, вот, с винтовками, во главе со своими преподавателями, они прямо заняли оборону на шоссе, и задача была продержаться там где-то хотя бы сутки. У них, конечно, только было легкое стрелковое вооружение, вот, был героизм, они были все, конечно, как сказать, все патриотично настроены, но, конечно, уровень тоже подготовки стрелковой был тоже, конечно, не очень высокий. Ну и вместо вот этих суток они практически продержались там 2 с чем-то суток. Практически все там погибли, вот, но немцев они вот задержали на вот эти там 2 суток. И за это время вот приморская дивизия приморской армии успели дойти
до города и встать в оборону. Началась знаменитая оборона 250-дневная оборона Севастополя. Уже в октябре последовал первый штурм, вот этот немцы пробовали, начали где-то прощупать оборону, но ничего не получилось, все атаки были отбиты, и стало понятно, что взять Севастополь сходу не получится, и началась вот эта вот длительная осада. Причем немцы подошли к этой осаде, со всей серьезностью, понимая, что если что-то пытаться делать так, будут огромные потери, хотя и так у них были большие потери, поэтому со всей Европы была свезена вся тяжелая артиллерия крепостная для уничтожения севастопольских укреплений, для уничтожения обороняющихся. В частности, 400-миллиметровые гаубицы, затем знаменитые 620-миллиметровые эти орудия «Карл», это сверхмощного калибра, наконец, уникальное орудие «Дора», 813 миллиметров, это вообще какой-то фантастический калибр, который стоял на отдельной железнодорожной платформе и обслуживал ее целый полк. Снаряд 7 тонн весил. Все равно психологически, конечно, когда это ревело, когда это летело, это падало, Это немцам не помогло стремительно. Тоже особенность Севастополя. Город все время готовили упорно к обороне со стороны моря. Со стороны моря там и береговые батареи были, все там, сектора, все шикарно. Никогда особенно не готовили с обороны со стороны суши. А дважды история показала, что нападали как раз, его атаковали со стороны суши. И оба раза приходилось, импровизировать на ходу. Первый раз был Татлебин, наш знаменитый в Крымскую войну генерал. Инженер, инженерная служба Черноморского флота Приморской армии. Но как плюс все-таки большое количество высот под Севастополем, которые все-таки можно было как-то удерживать, и каменистый грунт очень. Это, с одной стороны, был плюс, с другой стороны, конечно, минус. Окапываться было очень тяжело, и по воспоминаниям одного из участников, он мне говорил, что не отступали, потому что уже сил вырыть второй окоп в этой скальном грунте практически ни у кого не было. Поэтому лучше было держаться и умирать в этих окопах уже. И делали с большим мужеством и героизмом. Затем, конечно, там проблема была очень в снабжении. Снабжать город можно было обеспечивать всем только морем. И несмотря на то, что Черноморский флот имел абсолютное превосходство в силах, конечно, у нас был линкор, 6 крейсеров, там лидеры, эсминцы, там подводные лодки, бригады. Конечно, у противника ничего подобного не было. У румын было только там где-то 3 эсминца, 1 подводная лодка и все. Но, как показала война, что это не было определяющим фактором, как ни странно, Все решал вопрос господства в воздухе. А так как господство в воздухе в 1941-1942 году было полностью у немцев, то в конечном итоге именно господство в воздухе и решило судьбу Севастополя. Отсюда, сложность прорыва в Севастополе, особенно в последнее время, когда пал Крымский фронт, пока еще Крымский фронт был, как-то в Севастополе было проще держаться, потому что 11-я армия Манштейна, он должен был на два фронта воевать. Захватили немцы Керчь в декабре 1941-го, то после этого, конечно, ситуация резко ухудшилась. Снабжать с портов Кавказа тоже было сложно уже к лету 1942 года, потому что немцы уже развернули наступление, полным ходом шли уже на Сталинград. Часть уже заворачивала на юг, на Северный Кавказ, и поэтому, конечно, уже там было, хотя бы себя обеспечить боезапасом. Главный фактор, что к третьему штурму, который начался 7 июня
и продолжался до 4 июля, считается официальная дата окончания обороны Севастополя, ну, хотя она продолжалась, конечно, еще там несколько дней. Отдельные группы защитников, они вот на скалах Херсонеса еще отбивались и так далее. Пленных, конечно, было очень много, порядка, ну, там точных цифр нет, но где-то вот там 78 до там 80, чуть не 90 тысяч. Вот дедушка мой, дед Степан, он тоже попал в плен, там был схвачен, причем по дороге пытался сбежать, значит, там у нас домик, вот такая бухта Стрелецкая, там находился домик, матросская слободка была, вот его тоже немцы поймали, избили, опять закинули в эту колонну, и бабушка вспоминала, что они женщинами набирали воду, выходили на дорогу, чтобы хотя бы напоить, потому что, ну, вот эта колонна шла, раненых несли на себе, а кто не мог идти, немцы тут же добивали. Значит. Матросов старались, значит, тут же всех расстреливать, кого выявляли. Определяли матросов по двум признакам, это, ну, по тельняшкам. А второе, была такая мода, делали татуировку матросов, вот здесь вот на запястье, делали якорь. И вот у кого находили якорь, значит, тут же выводили обычно из колонны, и тут же на обочине расстреливали. Владимир Ильич, мы знаем, что освобождение Севастополя заняло считанные дни, да, и немцам не удалось остановить. Ну да. Да, вот, ну вот это тоже один из, я считаю, каких-то феноменов севастопольской земли, в том числе, конечно, и героизм людей, но вот севастопольская земля как сбросила их с себя. То есть вся крымская операция, она вот заняла, там ее начали как, какого там, 8 апреля, и закончили 12 мая, то есть там 33 дня она всего была. Говорю, полностью по сравнению с Крым, да. Обороны. Это... Из них Севастополь где-то, ну, подошли где-то, по-моему, уже в середине 15-16 апреля, подошли уже к внешним обводам Севастополя. Вот. А Севастополь защищала целая армия, 17-я немецкая армия, там, сколько там, 5 немецких дивизий, 7 румынских. Причем это вот единственный случай в истории даже вермахта во время войны, что армией командовал генерал-инженер, Генеки, который вот занимался как раз подготовкой, значит, как назвали Севастопольская крепость, к обороне. Вот, причем они использовали наши все оборонительные сооружения. Да, рассчитывали держаться вот, долго. Ну, да, достаточно долго. Ну, вот. А вот Василевский с Толбухиным, они спланировали так, что они взяли, значит, буквально за несколько дней. Причем там же и тактически, значит, фактически обманули немцев, да? Там же наступало две армии, значит, вернее, три. Значит, главный удар наносила 51-я армия на Сапунгору, вспомогательный удар 2-я гвардейская на Маккензиевы горы, и по приморскому флангу, значит, пробивалась приморская армия. И вот сделали так, что, значит, вот, немцы приняли удар 2-й гвардейской армии вспомогательной за главный удар, перекинули все резервы туда, в это время 51-я армия нанесла удар по Сапунгоре, вот это был кровопролитнейший 9-часовой штурм, вот у меня двоюродный дед участвовал в этом штурме, он был, они партизаны, и когда уже, значит, наша армия вошла в Крым, тоже партизанские отряды, все вышли с гор, спустились, их всех, конечно, бросили, что пехоты не хватало. Вот, их, конечно, всех бросили вот на Сапунгоры. И, конечно, штурм был кровопролитнейший, потому что даже кто сегодня вот на Сапунгоре был, вот это вот, она сейчас называется Долина Славы, но тогда называли Долина Смерти. То есть там настолько все просматривается, настолько все на ладони, укрыться практически невозможно. Ну, пристрелено было. Да, все пристрелено, конечно. Ну, и, конечно, несмотря на то, что, конечно, там и там штурмовали немецкие позиции, значит, этими Илами-2, и, значит, реактивная там артиллерия работала, и такая ствольная. Но все равно, конечно, потери были большие, конечно. Но зато, когда Сапунгору взяли, вся оборона у немцев посыпалась. Уже практически такой серьезной такой вот обороны стойкой после этого уже не было. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам, за ваш интересный рассказ. Ну, а вы оставайтесь с нами, мы готовим новые передачи, мы готовы вам рассказать о деталях, о том, что было, о нашем прошлом. Всего хорошего, до свидания. До свидания.